Здравствуйте, меня зовут Павел. Я курирую животное Мэгги, которое мы кормим кормом Hills Metabolic. Кормить мы начали животное с сентября месяца. Животное имело массу 12 килограмм. Животное, значит, имело на момент перед дачей корма одышку, плохо передвигалось, было очень сильное ожирение 4 степени. В ходе постепенного перехода на корм одышка уменьшалась. В течение 3 месяцев животное сбросило практически, получается у нас, 4 килограмма. Начала сама подниматься по лестнице. Вот, эффект был заметен на лицо. Я ветеринарный врач клиники Манол Санежской, 18. Мы свою собачку-таксочку кормим Хилсом Метаболиком в течение уже 3 месяцев. Первый месяц мы потеряли около 600 грамм, последующие 2 месяца по 400 грамм. И на этом планируем не останавливаться. Здравствуйте, меня зовут Савина Елизавета Сергеевна, я ветеринарный врач ветеринарной клиники «Лимон» города Красноярск. В апреле 2013 года кошке была проведена стерилизация. После этого кошечка начала набирать вес. До ноября месяца с 5 кг до 100 грамм мы дошли до 6,5 кг практически. Мы пришли к выводу, что кошке нужна диета Hills Metabolic. За 3 месяца кошечка скинула практически 1,5 килограмма. Сейчас она весит 5200. Мы планируем прийти в весовую категорию около 5 килограмм, 4900, 5,50, где-то вот в этом пределе. У кошечки значительно изменился характер. Она стала игривее, активнее. Ну, что логично, потому что она избавилась от лишнего веса, который ей мешал. Кошечка перестала выпрашивать. Стоит заметить, что кормили ее до этого сухими кормами. Она ела довольно-таки большое количество корма. Сейчас она пришла в точное количество корма 52 грамма, что соответствует всем нормам Hills Metabolic. Сейчас она близка к своему идеальному весу. Мы будем стремиться, продолжая кормить ее диетой Hills Metabolic. Мы придем к этому результату. Светочка. Мы очень рады. Это животное. Немецкий шпиц 3 лет. Обратились с проблемой избыточного веса. При поступлении животное весило 6200, при норме 3800. С помощью карты подбора жировой массы мы выяснили то, что избыточная жировая масса у животного составляет 50-60%. Вот. Также при измерении объемов грудная клетка была 50 сантиметров. Вот. Сейчас это все уменьшилось до 42 сантиметров. Вот. Также при применении корма заметилось улучшение настроения, активность улучшилась у животного. Нормализовался рацион, то есть животное стало меньше выпрашивать корм. Вот. И, собственно говоря, за 2 месяца произошло снижение массы тела с 6200 до 4 килограмм 860 грамм. Идеальная масса животного 3800. Сейчас животное весит 4860. То есть владельцы продолжат дальше кормление метаболиком до идеального состояния с дальнейшим переходом на поддерживающий рацион, чтобы животное больше не набирало вес. Моей кошке 3 года. После стерилизации у нас возникла проблема набора лишнего веса. Никакие диеты и ограничения в питании нам не помогали. 3 месяца назад консультант компании Hills предложила нам новый продукт Metabolic.
И сейчас, спустя 3 месяца, моя кошка снизила вес с 7 кг до 5. По-моему, это хороший результат. Будем и дальше продолжать кормить метаболиком. Это Степа. Некоторое время назад он начал полнеть. После того, как к нам пришел ветеринарный консультант и прорекламировал нам корм Hills Metabolic, и мы его начали кушать, через 3 месяца он похудел на 2 килограмма. То есть он весил 20 килограмм, а стал 18. Вот такие мы стали худенькие, хорошенькие. Он стал более активным, более жизнерадостным. У него появилось намного больше энергии. В общем, собака стала намного лучше себя вести и давать хорошие результаты. Здравствуйте, я ветеринарный врач клиники Ноев Ковчег города Краснодара. Меня зовут Гаценко Ирина Александровна. В нашей ветеринарной клинике совместно с компанией Hills Pet Nutrition впервые в Краснодаре проводилось тестирование инновационного питания для собак и кошек Metabolic на предмет эффективного снижения массы тела животных. Для данного эксперимента была отобрана собака, сука, кличка Марта, беспородная, возраст 8 лет. Питалась до эксперимента со стола хозяина. В течение 30-дневного эксперимента удалось снизить массу тела на 11%, с 9 до 8 кг. Проблем с поедаемостью у животного не отмечалось. После эффективного снижения веса животное питается тем же рационом Metabolic и при этом не отмечается увеличение массы тела животного. Чернышова Александра Вячеславовна, ветеринарный врач общей практики, клиника Академсервис. С компанией Hills мы работаем давно. В последнее время появился корм Metabolic, который мы начали успешно с ним работать. Есть несколько животных, которые у нас сидят на данном рационе. То есть для очень полных есть собака, есть кошка, которые уже почти 3 месяца на них сидят. В принципе, очень неплохие результаты. Снижение веса в течение месяца практически на 1/4 понижают. И пока набора веса не было. В принципе, нам корма очень нравится. Продолжаем ими работать. Добрый день. Меня зовут Людмила Владимировна. Я являюсь врачом одной из ветеринарных клиник города Казани. С 1 октября я принимала участие в программе Hills по тестовому кормлению животных. У меня бернский зенинхунд Боня, 6-летняя стерилизованная сука, вес которой до участия в программе составлял 74 килограмма. И спустя 2 месяца вес стал составлять 65 килограмм. Как врач, я прекрасно понимаю, каким заболеваниям приводит избыточный вес животного. Узнав о программе Hills Metabolic, в котором используется совершенно другой подход к похудению, я приняла активное участие. Спустя 2 месяца состояние животного улучшилось. Улучшилась подвижность, улучшилось настроение. Она стала более резко вставать с места, чего не наблюдалось раньше. Мы оставили корм и дальше, будем его также применять. Единственное, мы увеличили дозировку. И что мне больше всего нравится, что она перестала набирать вес. Здравствуйте, меня зовут Алена, я ветеринарный врач ветеринарной клиники Айболит Плюс в городе Омске. Это мой питомец породы петербургский сфинкс, зовут его Яша, ему 3,5 года, не кастрированный с нами. Мы принимали участие в программе Metabolic компании Hills. Изначально мой кот весил 5600, у него был излишний вес и сильно висел жир в области паха. Помимо проблемы с излишним весом, у моего кота был колит. После акридификации были капли крови. После того, как мы начали есть Metabolic, эта проблема у нас ушла. До кормления Metabolic'ом кот ел готовые корма других фирм. На Metabolic перешли без проблем, ест корм с удовольствием. Еще. Кот ел Metabolic в течение 2 месяцев. Вес снизился почти на 20%. Весил в начале 5600, теперь он весит 4600. И жировые отложения, жировые складки у него больше так сильно не висят. Также улучшил состояние кожи, шерсти, нормализовался стул, и теперь колита у нас нет.
проблемы ожирения как у людей, так и у животных сейчас выходят на первый план. Это связано, скорее всего, с тем, что у животных малоподвижный образ жизни, хороший достаток и постоянные кусочки со стола, без ограничения, и не совпадают энергозатраты с энергопоступлением. Поэтому ожирение, ну, наверное, каждый там четвертый, пятый приходящий на прием, особенно во второй половине жизни животные, как кошки, так и собаки, с этой проблемой сталкиваются. И вот с ноября месяца мы стали участвовать в программе «Метаболик». Животные, которые участвовали в программе, дали достаточно хороший результат. Похудание начиналось буквально с первого месяца, незначительно там, у разных животных от 200 грамм до 400 в месяц, ну, начиная от стартового. Что отметили владельцы? Это, конечно, повышение настроения, энергичности животного. По поводу поедаемости жалоб не было, поедали обычно хорошо. Многие отмечали увеличение объема стула, но по качеству он был без нареканий. Мышечная масса постепенно приходила в норму, именно это связано с тем, что животные больше двигались, и кондиции тела также приближались к идеальным, можно сказать, если это брать во внимание избыточный вес. Ну и максимально у нас получилось похудание практически на 1,2 кг за полгода. Довольны и хозяины, и владельцы. Еще одного животного было отмечено исчезновение черного акантоза, это была такса, абсолютно удивительный, неожиданный, такая неожиданная находка. Корм хороший, я думаю, что можно его рекомендовать и использовать вот именно для профилактики ожирения у животных. Сложилось в истории ветеринарии, что все судьбоносные достижения ветеринарной диетологии находят поддержку в компании Hills. Metabolic Advanced Weight Solution – удивительная диета, которая несет в себе основу мироздания организма – обмен веществ. Мы много рассказывали о Metabolic ветеринарным врачам. Давайте послушаем, что они нам скажут. Порой мне приходится откладывать плановую операцию у пациентов с лишним весом, пока животное не скинет пару килограмм. Но существует опасность повторного набора веса в период реабилитации. Метаболик справится с поставленной задачей. Метаболик – надежная основа для защиты здоровья наших пациентов. Чем больше я узнаю о важности питания, тем выше у меня доверие к Hills. Почему я доверяю Hills? Компания, которая с 40-х годов заботится об улучшении качества жизни животных с различными заболеваниями, которая ни разу не подводила, заслуживает доверия. Никто не знает, кто больше счастлив в нашей дружной семье. Они, осознавая, что мы их любим, или мы, осознавая, что они любят нас. Улучшить и продлить наши особые взаимоотношения. Ну что ж, с Hills нам по пути.